Сейчас мы совершим молитву о здании. И я хочу напомнить, что это не, мы молимся не просто о здании, что вот церкви нужно здание, что это типа модно. Нет, Господь показал нам, что Он хочет, чтобы было место, куда люди будут приезжать, чтобы соприкоснуться с Его славой. И поэтому нам нужно место, нам нужно здание, хотя бы от 1000 мест. И чтобы в этом здании были комнаты. Потому что мы чувствуем, что там должны быть комнаты исцеления, куда люди могут приехать и за них будут молиться там. Мы чувствуем, что должны быть комнаты, где будет играть 24/7 музыка, пропитывание, чтобы люди, которые не знают, что им делать, могли прийти и слышать голос Божий. Те люди, которые ищут ответы в бизнесе, будут слышать голос Божий в этих комнатах. Нам нужны комнаты, знаете, чтобы там было помещение с комнатами. И вы знаете, что мы не призываем людей, мы не собираем деньги на это, потому что мы не хотим это как бы, типа, как пушить. Что есть время, и оно находится у Господа. И есть люди, которых Бог предназначил. Или есть просто сверхъестественное появление. Мы не знаем. Мы просто призываем усиленно молиться. Поэтому давайте усиленно помолимся об этом сейчас. И на протяжении недели вспоминайте, потому что, поверьте, когда мы переберемся в новое место, вы будете очень удивлены тому, что будет там происходить. Очень будете удивлены. Господь, мы благодарим Тебя, что Твой план есть в нашем сердце уже. Ты уже дал видение, Ты уже дал нам, Ты открыл нам свою волю. И поэтому мы с нашей церковью сейчас благодарим Тебя за то, что Ты отвечающий Бог. Мы благодарим Тебя за ответ, который придет во время, которое Ты предназначил. Пусть придет ускорение для того, чтобы это появилось. Поэтому благословляем Твою работу. Боже, пошли своих ангелов, подними таких людей. Пусть сверхъестественно появятся финансы. Пусть появится это место, это здание. Нам его подарят. Просто человек проснется ночью и скажет, мне надо отдать здание церкви благословения Отца срочно. Пусть будет Твоя работа, Господь. Мы не знаем как, но у нас есть вера. И этой верой мы видим невидимое. И уже сейчас благодарим Тебя, что мы переступим порог этого здания, где Ты будешь совершать могущественные вещи. И Твое имя будет прославлено в этой нации. Спасибо Тебе, что это будет точка, одна из точек Твоего пробуждения. Это будет одна из точек Твоей силы. Это не одна точка будет, но одна из. Спасибо Тебе. Аминь. Давайте верой поблагодарим Господа. Спасибо, Иисус! Повернись кому-нибудь и скажи, я вижу в Твоих глазах веру.